Всем привет, друзья! С вами канал Аквариумистика для всех. Прошу прощения за почти двухнедельное отсутствие новых видео на канале. Меня неожиданно отправили в непредвиденную командировку. Я вернулся вчера вечером. И вот, как только появилась возможность, записываю новое видео. Видео также не запланированное. А не запланированное оно потому, что я сегодня перебирал вещи в своем гараже и нашел вот такую вот флейту и заборную трубку для аквариума, для внешних фильтров, которые я начал делать больше чем год назад и так не закончил. Вот лежит она до сих пор не закончено, не просверлены до конца отверстия у флейты. Не знаю, буду ли я ее доделывать, но о том, как я ее делал и как она должна была выглядеть, решил рассказать в этом видео. Итак, флейта и заборная трубка сделана из ПВХ труб, если я не ошибаюсь. Трубы эти предназначены для водопровода или для отопления. Они между собой спаиваются, и это очень удобно. Я не первый придумал делать такие вещи из этих труб, но многие, кто делает флейты или заборные трубки для аквариума из таких труб, делают одну ошибку. Они их спаивают между собой наглухо. Потом возникают проблемы с чисткой данных труб, поскольку невозможно никаким ёршиком прочистить эту флейту, допустим, или здесь не получится ёршик обогнуть, как-то просунуть, чтобы прочистить флейту. Также возникает проблема с направлением течения, то есть если нам надо направить флейту куда-то в другую сторону, мы этого сделать не можем, поскольку она впаяна наглухо. Мой же вариант частично разборный. Вот таким образом, допустим, флейта моя разбирается, и чистить ее не возникает никаких проблем. Кроме того, мы можем направить течение от флейты в любую сторону, мы можем так ее повернуть, и это намного удобнее, чем спаивать все трубы, уголки между собой наглухо. Такая же ситуация с заборной трубкой, она также не закончена. Закончить ее можно двумя способами. Здесь на конце припаять вот такую вот заглушку и в трубке сделать несколько прорезей, сколько вам будет удобно. Также можно приобрести специальную насадку, примерно вот такую, например, на AliExpress, и использовать ее здесь. Я, скорее всего, закончу данный набор и приобрету сюда насадку с AliExpress. Здесь у меня также она частично разборная, что позволит мне эти трубки легко очистить во время чистки фильтра. Разборная, как я сказал, частично, например, вот эта часть спаяна наглухо. Здесь также спаяна здесь и здесь наглухо. Заглушка тоже припаяна наглухо. А разборная только в двух частях флейта моя. Как же я делал эту флейту, как я спаивал эти трубки, сейчас меня, скорее всего, поймут только те, кто имеет представление о пайке данных труб. Как я спаивал наглухо трубы между собой, я думаю, понятно, вопросов по этому поводу быть не должно. А разборные части я делал следующим образом. При помощи специального паяльника для спайки таких труб я, как обычно, для спайки этих труб нагревал уголок и трубку, но потом вместе их не спаивал, а просто давал остыть. И в результате трубка в уголок достаточно плотненько входит и хорошо в ней держится. Единственная трудность — это не передержать, чтобы не получился слишком большой люфт трубки. Если получится слишком большой люфт трубки, она может выскакивать или же отсюда может сочиться вода. Я, наверное, эти трубки все-таки в будущем закончу, как раз мне они нужны, и когда будет полностью
готовы они к использованию. Я их покажу непосредственно на внешнем фильтре, который, кстати, тоже самодельный. Я его почти доделал. Доделал еще полторы недели назад перед самой командировкой, но снять видео не успел. На этой неделе сниму видео о самодельном внешнем фильтре, который я сделал чуть-чуть по-другому, не так, как я делал раньше. На этом у меня все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока!